В Грозном прошел второй день первенства СКФО по дзюдо среди юношей до 18 лет. Еще одну путевку на первенство страны в своей весовой категории смог завоевать Али Тагиров. Он также, как и днем ранее, Заурбек Гаджиев и Мухаммад Асайпулаев, показал пятый результат. Первенство России среди юношей и девочек до 18 лет пройдет в Саранске с 26 по 29 августа.